Так, начался второй тайм. Холкин. Сильно вперед. Кто-то из игроков должен побороться. Гайзединов добежал, да, но не успел зацепиться за мяч. На поле сейчас у нас Сарваров, Наборщиков, Гайзединов, Холкин, Загайнов, Краснов и Брагин в воротах. Перевод на другой фланг. Гайзединов должен спиться. Да, сам обыгрывает на замахе. Холкин. Сам обыгрывает. Передача на Сарварова. Покидает поле. Аут в пользу команды КамАЗ. Наборщиков Дима вступил, скажем так, в сражение и выбил мяч в аут. Наборщиков. Не получилось отобрать мяч. Загайнов. Передача на Наборщикова. Наборщиков, передача. Вместо Наборщикова появляется Куль Борисов. Матч становится 2-0. Проспали игрока КамАЗа. Вместо Гайзединова на поле появляется Юмангулов. Сарваров. Имангул вступил в борьбу, отобрал мячик. Загайнов. Холкин. Загайнов, Сарваров, Загайнов. Потеря. Ой-ой-ой, опасная срезка. Опасная срезка от Краснова. И Брагин успел среагировать, зафиксировать мяч. И Мангулов зарабатывает аут. Холкин сразу на Гатаулина. Смена в команде КамАЗ.
Гульварисов. И Мангулов с мячом. Сильная передача вперед. Удар. Брагин закрывает ближний угол. Фиксирует мяч сразу на Краснова. Краснов на Гайзидинова. И потеря, которая приводит к угловому. В команде «Строитель» замена вратаря. Вместо Брагина... А, нет, все-таки отворот судья показал. Вместо Брагина появляется Зуев. Вместо Кульбарисова на поле появляется Шакиров. КамАЗ подает. Удар. Зуев фиксирует мяч. Сразу на Краснова. Отворот. Краснов, Гайзидинов. Неточные передачи. Команда КамАЗ зарабатывает угловой. Подача. Гатаулин будет вводить мяч за боковой. Вперед на Шакирова. Шакиров поборолся. Гатаулин сам обыгрывает. Вступает в игру. Холкин. Гатаулина. Удар. Мимо ворот. Судья останавливает игру. По ногам получил. Все, можно продолжать. Холкин. Аут в пользу команды «Строитель». Повторить просит судья. И 3-2. Нет, не получилось команды КамАЗ уйти в быстрый отрыв.
Холкин. Смена в команде КАМАЗ. Наши ребята по-прежнему играют. Вместо Гатаулина у нас появляется Кульбарисов. Вместо Краснова Максима в команде «Строитель» появляется Тихонов Егор. Вместо Холкина появляется Чугунов. Зуев вступает в игру. Загайнов, Шакиров. Надо перевести, да, перевод. Тихонов. Передача на Газдинова. В центр на Загайнова. Загайнов поднимает голову, да, увидел Кульбарисова. Чугунов. Меняет фланг. Тихонов, Газдинов, Тихонов. Ищут продолжение, куда бы отдать передачу. Но в результате потеря. Удар. Зуев. Сразу же на Чугунова. Шакиров должен увидеть сейчас Газдинова. Да, увидел, отличную передачу делает. Возвращает он Газдинов. Не успел Шакиров нанести удар. Но Сарваров, на поле, прошу прощения, появился Сарваров, который как раз сейчас пробил поворотом. А, появился он вместо Кульбарисова. Напоминаю, счет по-прежнему 2-0 в пользу команды КАМАЗ. Идет второй период. Загайнов, Чугунов. Да, Чугунов увидел Сарварова. Шакиров на Газдинова. Не получилась обратная передача. Перехватили игроки КАМАЗа. Опять какой-то запоздалый штраф дает судья.
Зуев своевременно выходит из ворот. Вместо Шакирова появляется Тихонов Тимофей. Теперь у нас два Тихоновых на поле. И какая ошибка. Хорошо, что у игрока Гамаза не получился удар. Чугунов сильно вперед. И вот здесь Сарваров должен побороться. Догнать. Штрафной. По горлу попало Сарварову. На поле появился Краснов. Чугунов в центр на Тихонова. Тихонов должен увидеть Газединова. Да, увидел. Прострел на Тихонова. Тихонов под удар Загайнову. Сильный удар. И угловой зарабатывает команда «Строитель». Подача. И чуть-чуть не получается удар у Сарварова замкнуть эту передачу в ближний угол. Спокойно забирает мяч. Краснов. Загайнов. И Тихонов зарабатывает угловой. Загайнов будет подавать. Сильно вперед. Сарваров удар. И все, матч заканчивается со счетом 2-0.